Я расскажу, как делается рыба. Сначала вон у нас лодок приходит на завод. Этот мужик привозит ее в коробках. Вот эти коробки. Потом она идет на нож. Это наша Юлька, это Хосе. Они наши палачи. Они выставляют рыбу в правильном направлении. И как вы видите, нож. Бам! Бам! Головы отрубают. Идем дальше. Этот мужик, он вытягивает кишки. Непростое это дело. Потом насосом их высасывают. Вот так. Это китаец. Это вон смешной дядька. Он наш Антоха. Рыба промывается. Вот турок и наша Соломия тоже дальше прочищает ее. Марио, хороший мужичок, ее распределяет. Тони, наш супервизор. Это была линия автомата. Такой же самый смысл в ручной линии. Все в обратном порядке сейчас расскажу. Хосе распределяет. Девчонки с Румынии чистят. Бернардино Зуниго. Это женщина. Дядька Элизео. Дед Хуан. Баба Эльвира. Сельма спряталась. Танюха наша, Юлька. Денис. Эми, королева по разрезанию рыб. Наш Богдан, хороший мужик. Здесь вручную отрубают головы. Давайте посмотрим на них. Вот они, невинные жертвы. Пашка наш. Дальше идет линия консерв. Но она нам уже не интересна. Но я все-таки сниму немножко. На этом репортаж заканчивается. А нет, еще покажу фризер. Здесь рыба сортируется для дальнейшей заморозки. Все, нам даже помахали. На этом всем спасибо.